Песик Дик, ситуация не меняется, да вообще женщина видит такое впервые. Беда, ситуация с Диком из сельского мини-приюта Людмилы Чернецкой не меняется. Уже несколько дней он лежит в одной позе. Попытки поднять его или посадить наполовину провалились. Он словно каменный, лапы, шея и все туловище невозможно согнуть. Если честно, волонтер такое видит впервые. Большую проблему доставляет кормежка. От корма он отказывается полностью. Кашу есть лежа неудобно. Не может зацепить даже то, что попадает в рот, вываливается. Поэтому пока кормит его женщина фаршем и паштетом. Аппетит на самом деле сейчас стал хороший. В туалет, конечно же, ходит под себя. Но это уже по умолчанию. Что делать с ним дальше, не знает женщина. Пока еще надеется, что после уколов его немного отпустит. В общем, пока он ест и пьет, будем жить и надеяться на лучшее. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Очень нужны пеленки и продукты питания для Дика. Это может быть фарш, паштет, колбаска. Все то, чтобы ему было удобно кушать лежа. Далее вы на видео посмотрите, как он кушает и пьет, и сделайте сами выводы. Пеленок в день уходит очень много. Кроме него, у нас сейчас еще 4 спинальника. Скоро приедет пятый, Мишка. Нам очень нужны одноразовые пеленки, подгузники для больных собак. Пожалуйста, помогите. В приюте много животных, в основном старики, которым нужен особый уход и питание. В последнее время становится очень сложно прокормить старых и больных животных. Средств не хватает, и с каждым днем становится все больше. Увы, старость отменить им нельзя. Нам не справиться без вашей помощи. Пожалуйста, поддержите наших хвостиков.